И в завершении выпуска информация о тех, кто привык заботиться о своих нарядах заранее. 18 и 19 июня фирма «Александровские меха», город Слободской Кировской области, проводит продажу меховых изделий в Люберецком доме офицеров. Широкий выбор меховых пальто и головных уборов. Время работы с 10 утра до 7 часов вечера. Далее встречайте программу «Открытый диалог». Гость студии – директор школы вокала «Геометрия успеха» Татьяна Алексеевна Матвеева. На этом у меня все. Напомню, что свои новости из жизни Люберецкого района вы можете сообщать нам по телефонам 8-498-642-1952 и 642-1950. В студии была Юлия Иванова. Всего вам доброго и до встречи.